нас в отеле. Турбаза Белогорика называется. Дали ключи. Пойдем пока осмотрим территорию. Дали карты, где можем сходить, куда можем вообще выбрать экскурсию. Посмотрим, где идет на турбазу. Здесь все будем жить, делаем. В первом корпусе. Убрали самый обычный стандартный номер. Через полчасика нас заселят, там прибираются. Обойдем пока территорию, глянем. Раньше приехали. Мангальная зона, качели. С этого года работает подогреваемый бассейн в виде гитары. Вот бассейн вижу, да? Вот какая туча красивая. Отель на холме находится, поэтому красивый вид. Такая площадочка маленькая. Серика, шезлонги не выставили, да? Оригинальный бассейн в виде гитары. За границей популярно. Свежак. Ну, не такое, чтобы прям холодное, но холодное. Когда солнце, конечно, жара. Продолжаем осмотр территории. Здесь тоже такая уютная мангальная зона, даже вот эти батареи, да, стоит. Подсветка фонарем, да? А здесь, наверное, сауна, кстати. Это столовая. Тут будем завтракать. Ага, включен стоимость номера. Так, ну, идем заселяться. Холл. Номер у нас 14. 14 это правое крыло. Номер у нас будет 14. 14 номер, как в нашей квартире. Совпало. Да, такой стандарт. Входу тут шкаф, купе. Полочки. Кровать, столик, телевизор. Холодильник. Внутри холодильник. Холодильник, здесь чайник, кружечки, чашечки. Штопор-открывашка. Холодильник. Две тумбочки. Ванна, надо стоит. Вай-фай. Wi-Fi еще входит. Ванна чистенько, все приобретно. Такой обзорчик. Поднялись на гору мы от отеля от нашего. 100 метров впереди нас. Санаторий Катунь. Написано Катунь. Красивый. Будем надеяться, дождя не будет. Успеем подняться, поглядеть. Слушай, ну сколько тут сосен это вообще. Самое интересное, как и все горы пойдет. Зеленые, просто зеленые. Контраст. Воздух, воздух, какой воздух, заметь? Прям вкусный. Воздух вкусный, как бы соснами пахнет, травой. Спустились мы по лесу нижней станции. Сейчас будем садиться. Подъемника на церковку на гору. Едем на гору. Ну, мы так сократили путь немножко.
Она едет вон туда, в лес. Между соснами прямо ходит. Сейчас узнаем. Будем кайфовать. Все нюансы, купим билеты. И расскажем, что это. Подъемник стоит 100 рублей с человека. Вот нам дали две карточки. Сейчас узнаем, что и как. Пойдем. Долго не разговаривает мужчина. Ваня, садимся. Так, карточку сохраняем. Дай бог, что-то. Все, поехали. Привет. Сюда можно было вообще не приехать. Резано. Мы решили пешком. Соснами подышали. Ну, вообще интересно, там. Мы по той дороге спускали. У нас там просто отель очень рядом. На холме прям находится. Прямо у подъемника считаю. Специально так выбирали поближе, ко всяким тропам. От этого отеля идут тропы. Несколько штук во все разные направления. На всякие горы. Первая у нас была цель, пока подъемник, дальше пойдем дальше. Вот начало подъема. Засекем сейчас время, сколько у них подъем. 20 минут выехали. В конце глянем, сколько получится у нас. По времени подъем занимает. Ну да, тут, конечно, это, все зелено. Все горы зеленые. Сбоку и такие скалы. Огромные камни, валуны. Наброшенный пол. Папоротниковые заросли такие прям. В общем, прям просто зелень прет. И воздух на самом деле целебный. Надо отдыхать его и наслаждаться. В тайге едем. Полнейшая тайга. Это что? Это что за листья такие-то? Папоротник. Папоротник растет же. Ну, не, я сюда раз сказала. Тайга конкретная. Вот проезжаем. Папоротник, такие камушки. Над скалами. Очень красиво. Ветра нет. Комфортно, тепло. Зелено, красиво. Ну, так, думаю, все равно кверху ветер появится на ней. Ну, у нас есть. Ну, там камни прям, смотри, слушай, огромные. Среди сосен прям огромные валуны. Прям огромные камни. Там да, все. Заросшие голыми деревьями. И все заросшее, да. Так интересно, так вверх, вниз, да? Перепад, раз, ага. Ну, здорово, так раз, сейчас вниз поедем. Ложбинки прям идут, так получается. Не, вниз не поедем, просто поедем. Да, вот так, да? Гора получается, она высота небольшая, но тут как перепады. Это как хребты, как бы, это, такие ложбинки идут. Она такая зеленая, просто приятная, здесь просто приятно подниматься. Это своеобразный оздоровительный такой комплекс. Да? Пойдем на гору. Церковка. 2000 метров занимает длина подъема, а высота 800 горы. Да, подъемник такой протяженный. Высота, в принципе, небольшая, а подъемник протяженный идет по лесу. И он настроен именно на туристическое такое, чтобы менее быстрый получается. Ты просто едешь, наслаждаешься и дышишь. Да, экскурсионный маршрут, можно так сказать. Не чисто, чтобы тебя на лыжах туда забросили быстрее, ты спустился. Опять забросили, спустился. А то чисто вот ты едешь и дышишь. Да, и смотришь. Очень здорово. В тайге тишина. Только птички поют. Чирикают потихоньку. Движемся. Солнышко пригревает. Так, смотри, мы уже едем 18 минут, а вверх еще очень далеко. Думаешь? Ну, в смысле, я в 20 минут не поеду. Очень далеко, думаешь? Время 38. Ну, 7 минут и вверх. Ну, это же вверх. Я так думаю, минут 20 с чем-то точно ехать. 25. Едем, поднимаемся кверху, и тут открывается вот такой вот вид. Такие горы. Заросшие. И главное, все заросшие. С
все зеленые. Нету верхушек каменных. И снега нет. Слушай, там вообще огромный там город. Огромные горы зеленые. Это в конце, там самый дали. И все зеленое. Вот это справа, думаешь, пешеходная да, тропа? 100%. Это кто хочет пройтись пешком, прогуляться по лесу, можно тут пешком пройтись с подъемником. А вау, здесь открывается вид просто обалденный. Вот эти поля, да? Вау. Вообще просто равнина огромная. Даже не описать, тут конца и края нет, просто как вот океан. Просто равнина. Круто вообще. Такой вид. И облака красивые, да? Практически на конце подъемника. Сзади нас такой вид обалденный. Просто. Не передать словами. Безграничная равнина. Интересно как. Это магазин. Пойдем исследовать гору. Просто бесправильно. А сюда можно? Нет, пусть нужно. Нет. Спасибо. У нас все с собой. Понимаем? Понимаю. Так, куда заходим? Я сюда. Мальчики налево, девочки, на, девочки направо. В разные стороны выходим. Направо переходим. Прямо на выход. Что это такое? Фотография. Реклама фотографий. Нормальный слайд. О, какие скалы. Церковка. Наверху стоит крест. На вершине горы Церковка есть скульптура, которая называется «Рогоносный хозяин горы». Нужно встать к нему спиной и кинуть монетку. Поближе стой. Если пойдешь в отверстие, одно из которых хаотично расположено поближе вокруг вставай этого хозяина, то тогда желание сбудется. Ну, давай попробуем. Кидаю? Давай. Ну почти. Тебе дали вторую попытку. Да. Так вот. Девочки! Так. Попало. Давай, попытка у Димы. А ты в эту сторону. Надо, наверное, отойти немножко, шаг на. Сделай шаг сюда.
Дам голограмму. Это сооружение. Кто-то подписывает люди. С вершины идут несколько тропинок. Идем гуляем. Видишь, бурундуков, которых вообще не видно. Бурундуков пока не видели. Да, есть еще какие-то скальные. Тебе говорили, тут очень много. Он, наверное, уже сыпает, как так видит. Ищем гору Церковка. А вот она, скала Церковка впереди. Вот получается такая скала. А там вверху лес. Скала четыре сестры. Так, выдвинулись мы с вершины. Вон двигаемся туда, назад. Зеленый вон, Сатори Катунь. На зеленые поля, луга. Слушай, бескрайний. Просто любуешься. У нас такой равнины просто нет, как по уровню. Видели бурундуков, залезли на гору Церковка, Калужа самая. Бурундучки такие же, как у нас в тайге. А что будет? Только здесь они маленько это, понаглее у нас они. Пугаются. Кайфучка. Нет, классно, вообще ветра наверху нет. Вообще. Слушай, вообще. Удачи. Финишная прямая. Ну, повыше, как так. Птички так и поют. Красота. Едем вниз. Ножки торчат. Туристические ножки. А мы туристы. А каблуки не одели. Там впереди сейчас спустимся, пойдем наберем супер воды. Будем пить, оздоравливаться. В общем, подъем у нас занял до верху примерно 20 чем-то минут. 25. До 25 минут примерно. Погода разыгралась. Небо синее. Маленько так. Облачка, красота. А сколько градусов? У нас 20 там есть, да? Тепло. Ну да, то есть неохота плед одевать. Какой плед? Ветра вообще нет, тепло. Красотища. Впереди нас родник, сейчас покажется. Дунюшкин луг называется. Дунюшкин луг. Сейчас как там воды наберем и пойдем дальше. По маршруту заложим. Родничок. А с собой у нас пряжечка. Сейчас вот там наберем водички. Впереди виднеется уже нижняя станция. Марина все собирает целебные травы по дороге. Да,
когда трогала вчера. Прибываем. Слушай, мы вот спустились вот по этому логу. Как обратно будем подниматься? 5 минут и тут. В смысле? Дождя нет, дорога сухая, что? Нет, ну блядь, там, да? Высота. А мы что-то вниз возьмем. Так, вот вывеска, родник Дуняшкин ключ. Макс Дуняшкин. Берем водички. Дальнейший поход. Берем водички. Что говорят, она очень обогащена серебром. Сильно много серебра в ней. Поэтому очень сильно полезны. Пока холодно, все хорошо. Идем гуляем. Марина, куда путь держим? В сторону старой мельницы. К бабьему счастью. К бабьей радости. К бабьей радости? Мы покажем вам эту бабью радость. Вон она, бабья радость. Ничего себе! Вот это да! По дорожке к мельнице внизу у нас протекает река Белокуриха. Да, рядом с Каракосицей, да? Да, по каменным валунам таким обгибает. Такая тропа. Справа река. Тропа здоровья. Тропа здоровья. Теренкурга здесь называется. Подойду поближе. Смотрю на реку Белокуриха. Интересно прям. Камни огибает. Почти дошли до места мы. Впереди нас ожидает подвесной мост. А? Дошли мы до подвесного моста. В принципе, достаточно недолго. Так, и где-то мельница-то? Просто интересно же посмотреть. Что это такое? На полосу надо пройти. Ну, обязательно. Накачивается. Иди. Иди. Я побежал в мосту. Как качели. Над речкой. Так, идем на конечную точку. Впереди у нас будет мельница. Конечный объект. Река у нас теперь пошла слева, по подвесному мосту прошлись, была справа, стала слева. Называется старая мельница.
Посмотрели мы, где находится старая мельница. Дошли до конца маршрута. Но дожди были. Вода глинистая. Пойдем обратно. Пойдем по Кузнецовому мосту. Называется Литвинов мост. Качается как качель. Присядем, пойдем на скамеечку, отдохнем. Скамеечку влепи. Гитара уж заиграла. Ну давай, вечерний заплыв. Градусник отборет. Что-то я понимаю, белокуриха.